1 сентября во всех школах Северского района пройдет День знаний. Сотрудники МВД в это время переходят на усиленный режим работы. Отдел МВД России по Северскому району проводит ряд мероприятий по недопущению противоправных действий во время проведения данного праздника. Подготовлен расчет личного состава. За каждым образовательным учреждением закреплен ответственный сотрудник числа начальников служб для обеспечения контроля за охраной общественного порядка. Проводится ряд других мероприятий, в том числе оперативного характера, с целью недопущения различного рода преступлений на территории образовательных учреждений. Отрабатываются профилактируемые лица. Кроме того, все участники строительных бригад, которые готовят школы к новому учебному году, также находятся на контроле для профилактики правонарушений. Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных первому звонку, 1 сентября 2021 года, вблизи учебных заведений Северского района будет осуществляться дежурство сотрудниками ДПС и ГИБДД МВД России по Северскому району. С целью недопущения нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения, по возможности хотел бы обратиться к вам, избежать лишний выезд автотранспорта с целью недопущения создания пробковых ситуаций и нарушения административного законодательства с вашей стороны. А водителям не стоит забывать о том, что дети скоро вернутся в школы после каникул, и быть внимательными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Усиленная работа сотрудников полиции будет продолжаться и в начале сентября.